Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, Лига Сёгунов, да? Значит, у нас одна звезда. Ну, это пока одна звезда. Ребят, сегодня хочу выйти на три звездочки. Я надеюсь, получится у нас. И сегодня у нас, ребят, пятница. Пятница-развратница, как ее говорят в народе. Вот. Попробуем, ребят, выйти на три звездочки. Ой, на две. Подожди, какие две? Вообще хотелось бы в Лигу Мастеров, ребят, сегодня попасть на самом деле. Может быть, получится. Давай проверим нашу прыть. А уже с Лиги Мастеров нам будет проще. Там останется у нас два дня. Это суббота, воскресенье. Тем более, они выпадают мне на выходные. Вполне, вполне можно заработать высший ранг. Ну и, соответственно, много кучу осколков платиновых. Так, я возьму Рафика. И раз, два, три. Я сейчас Рафаэля поставлю, ребят, просто-напросто в провокацию. Массовых атак здесь, конечно, не так много будет у противника. Но за каждую свою атаку он будет получать звездюлей. От кого? Правильно, от Рафаэля, ребят. Поэтому Рафаэль в провокацию автоматически бежит. Ну и тут начнем потихонечку баловать. Так, не ушатал ты Донни, да? Если мы сделаем вот так вот, этим плевком завалил. Да ты серьезно? Вот, сейчас Лео поплатится, ребят. И также... Ох, нифига! Ты, гаденыш, оборзел, что ли? Он массовую атаку сделал. Благо, никто у нас не упал. Так, а у них? А у них падают. Ты опять за свое, а? На-ка. Он еще и выжил. Ненадолго, но он выжил. Ну что, идем прекрасно. Ребят, продвигаемся. Давай полтинник. 54-е. Ну, нормально. 54-е место. Почти полтинничек, ребят. Так, ищем 15-20, потому что мы уже видели, что такой ранг был. То есть это говорит о том, что он доступен. Единственное, что дадут ли они. Ну, понятно, что не хотят давать. Жопятся, как всегда, ребят. Как всегда, они... Ну ты серьезно, ну... Вот, вот. Только ругнулся, все, ребят, сразу же. Нате, нате вам. Сэр Алекс, получите. Не обделайтесь. Поехали. Так, у нас, ребят, по идее, сегодня в Драконов Всадники Олуха должно быть доступно событие. Если я не путаю. Может быть, если я успею сегодня зайти и глянуть, то я обязательно это сделаю. Потому что время 4 часа, но через час мне идти. Сколько мы еще сейчас в черепашке проиграем, неизвестно. Плюс это... Да я хотел немножечко Бравл Старс поиграть, но, видимо, не будем мы сегодня играть. Точнее, я не буду играть. Уже тогда поиграем на выходном. Так, двадцаточка, давай, поехали. Я возьму здесь Бакстера. Я одного не могу понять, почему Бакстер все время стоит на первом месте у меня? С какого перепуга? У него что там... Карточки накопились, которые я не распылил или что? Почему он первое место занимает? Необоснованно причем, друзья мои, необоснованно. Если сказать, что это супер-пупер боец, нет, я не скажу вам этого. Да, он имеет массовые атаки, все как полагается, он довольно мощный, но он медленный. Он медленный. Медляк такой, дядя медляк. Спящий Джо, ё-моё. Раз, два, три, четыре. Погнали. Сейчас Леонардо с Вертухана всех там баньки отправит. Да, Лео? Само собой. Что, думаешь, он на них смотреть будет, что ли? Нет, конечно. К працам всех моментально. То, что они заслужили. А я все смотрю и смотрю, когда же мы перейдем-то, а? Наверное, еще два поединка для перехода нам понадобится. Ну, давай возьмем Армагона, фиг с ним. Они на 52-х, 54-х уровнях в данный момент висят. А я зачем-то трачу сотки. Ну, для того, чтобы, ребята, быстрее пройти. Наверное, отчасти именно это побуждает меня, ребят, брать хайпового персонажа.
чтобы он с одной плюхи их валил, и мы с тобой двигались. Как говорится, продвигались. Так, ну что же, после этого поединка Лига Сёгунов, две звезды будет у нас в кармане. Да ты издеваешься, игра, что ли? Я не могу понять. Ну, 15, вот. Ну, давай возьмем, наверное, Зека плюс Алапекс. Раз, два, три. Ну, у нас тут по скорости. А интересно, кто он? У нас, по-моему, Алапекс быстрее будет, чем Зек, да? Насколько я помню. Хотя раньше я считал, что Зек быстрый. Ну, до Рафаэля, конечно же. Когда Рафаэль появился, там вообще без разговоров. Он стал топово бомбить. Ну, я имею в виду топово бомбить в числе первых. Ну что же, Лига Сёгунов 2 звезды, друзья мои, поздравляю нас. Двигаемся дальше. Очень медленно двигаемся мы, продвигаемся, как бы, я не знаю, ребят. Но хотелось бы получить. Звездность бы хотелось бы получить. Раз, два, три, четыре. А вот получим ли мы? Это уже другой вопрос. Так, покатились. Что-то мне до боли знаком тот вон матрас желтого цвета. Не за ним ли случайно прячется этот чугунноголовый? Так, здесь возьмем пиццелицу, наверное, плюс майки. Раз, два, три. Пиццелицы плюс майки. Интересно, пиццелица-то справится? Ну, если он, в принципе, бросит свою эту пепперони, или как ее там величать. Я, наверное, сделаю так вот. Уклоняшечку плюс... Ну-ка, проверка. Прошел проверку пиццелицей. Прошел. Бросил свою закваску эту и... Это собил. Всех в щепки. Так, 64-я позиция. Так, я, наверное, возьму Макмана и Рафаэля. Раз, два, три. Рафаэль сейчас будет первым ходить. Естественно, со своей массовой атакой, бросание черепков. Ну, а Макман пойдет у нас на добивку, скорее всего. Давай. Вот что и требовалось доказать. Ну что, двигаемся дальше. 51 место. Беру Кренга. Да, здесь одного Кренга будет достаточно. Сейчас мы сделаем с тобой луч. Ну и, в принципе, враг сразу же отдуплится. По идее, должен сразу отдуплиться. Он не может выдержать мощь Кренга. Да, так и получилось. Все они осыпались, словно осенние листики. Давай 30-ю. 38-я, ну ладно. 38-я хотя бы, пускай будет. Так, маузеров я оставлю на последующих, наверное. Давай вот так вот сделаем. Раз, два, три. Маузер будет в заключении у нас идти. Так, здесь Супер Шреддер. Готовы, хлопцы. Просто лежат. Просто лежат и балдеют. Так, мы с тобой переходим на 30-й. 25-й. 25-й позиция, окей. Блин, я уже должен получать, ребят, по идее. Ну, как минимум 16-21 по рангу. Вот. А они мне все 15-20 втюхивают. Все 15-20 лепят. Лепил с нижнего Тагила. Ладно. Так, так и так. Семидесятники уже. Сегодня, кстати, Рафаэль получит у нас уровень. 100% должен получить. Что-то раздевался, блин. Ну, как всегда, ребят, перед работой захотелось спать. Вечная проблема. Ну,
Ну, давай двигаться дальше, что-то что. Так, ну что я тебе скажу, Лига Чемпионов 3 звезды уже в кармане. Уже позвякивает. Раз, два. Три, четыре, пять. Так. Интересно, она, наверное, не положит их всех. Или положит? Прикинь, положила. Кунаичи просто электроразрядом всех их шокировал, и они валяются. Красава. Так, Сёгун 3 звезды. Ну что, ребятушки, Сёгун 3 звезды мы перешли. Остается у нас тут Филькины грамоты, так скажем. Так, давай прыгаем. Хлоп, ай, выжил. Карайка орёт. Змея кара, естественно. Хан. Так, теперь Майки с своим бафом. Пробивной. Запах изо рта. С дебафом, соответственно. И добивка массовой атакой от железноголового. Хорошо сработали. Сработали как нельзя лучше. Так, и пошла наша, ребята, дорога уже до Лиги Мастеров. Чем больше мы с тобой сделаем запасика, тем лучше будет для нас. Вот, 3-4. Ну что же, придется отыгрывать, ребят. Того персонажа Донателло Космос мы даже трогать не будем. Ради одного тратить откаты и тому подобное я не буду. Не хочу, ну не стоит он того. Ну вот и все. С ареной, как ты понимаешь, мы заканчиваем на сегодня. Так, заходим в магазинчик, забираем свой бесплатно пак. 38 тысяч мутагена как раз нам хватит для того, чтобы проапать персонажа нашего Рафаэльчика. Так, давай пройдем быстренько серию испытаний. Вот это вот зацепим с тобой. Возьмем самых мощных наших бойцов. Ну, не самых мощных, одних из мощных. Чтобы быстренько нам пройти. На улице дождь. Блин, у нас вчера, ребят, такой снегопадище был. Столько снега навыпало. Вроде бы все начало таять. Уже почти асфальт был. И вывалился, называется. Блин, опять все в снегу стало. Бесит, когда вот так происходит. Давай, я, наверное, хильнусь я. Окей. Так. Уложишь, нет? Ай-яй-яй. Да, я промахнулся. Ну, бас. Так, у нас есть массовые атаки у кого-нибудь? Давай вот так, ракетами. Так, минус хан. Давай, вали их всех. Леонардо. Красавчик. Красавелла. Что и требовалось доказать. Забираем нашу награду. Так, что нам дальше? Нам, по идее, еще надо, ребята, вот сюда зайти. О, да, мое любимое испытание. Мое любимое испытание. Погнали. Так, подожди секундочку. Я, наверное, вот так все-таки заменю. Да, я хочу так сделать. И на автобой. 4 волны. Здесь могу я, ребят, себе позволить автобой, потому что уровень у них тут 60. Как бы ничего страшного здесь нету. Это уже... Это уже... Да что ты, что ты, что ты, что ты, что ты делаешь, Майки? Майки, успокойся, господи. Какой-то отхил он решил сделать. Совсем что ли сбрендил? Ну, как ты видишь, все почти, ребята, с одной катки, с одного удара разносят противника. Почти. Ну, по крайней мере, с массовой атаки туда. Но это фигня, что ты делаешь, Маузер. Этот удар ни о чем.
Он наносит урон, но он не добивает противника, к сожалению. Кто-нибудь из них сегодня массовую атаку будет применять? Нужную массовую атаку. Пулеметная дробь, там, например, смертельная волна. Нет, просто одиночными боями. Одиночными атаками, ребята. Но у них есть дурацкая привычка, насколько мы знаем, когда остается один противник, они применяют массовую атаку. Я бы это событие, играя руками, уже давно-давно прошел бы. Они тут вала, как говорится, дрюкают. Ладно, прошли, и то ладно. Так, победа на 3 звезды, ребята, естественно. И получаем награду. 60 баксов, 3 осколка. Так, давай сюда теперь. А у нас что там? Посмотреть еще. Вперед. Ну, тут уже 70 уровень. Ну, все равно, ребята, я попробую воздержаться от соблазна самому взять под контроль наших бойцов. Посмотрим, справятся ли они здесь. 4 волны. 4 волны и уровень противников уже 70. Как ты видишь, даже уже обычными атаками, даже усиленными атаками они не могут их разнести. Вот тебе показатель на бакс 3 сток мне было только что. Он выпускает маузеров, они просто пощекотали противника. Так. Ага, майки они быстро ушатали. Вот она, смертельная волна, хорошо было сработано. И смотри, как они действуют, ребята. Они действуют как истинные боты. Они бомбят именно тех противников, у которых мало хп. То есть кровь из носу, но они его просто добивают. Так, массовая, да? Причем эта массовая, она с очень маленьким шансом, ребята, делает возможность понизить скорость. То есть такой себе. И последняя волна, четвертая. Вот они, архаровцы. Ну неужели Ваня достал пулемет? Нормально, кстати, подкосил. Очень неплохо. И, как ты видишь, вырубили всех. Молодцы. Красавчики. Без моей помощи они здесь справились. Такс, ну и у нас последние, ребята. Тут 20 баксов. Погнали. 80 уровень противников. Тут уже надо будет самому, ребята, играть, потому что любая ошибка может привести к фиаско, а я этого не хочу. Ты видел, как Маузер бомбанул и сколько он отнял хп у них? Это ни о чем, друзья. Причем 6 волн. Так. Давай массовую сделаем вначале. Угу. Так, минус Рафаэль. Надо Лео чпокать. В плане он промахнулся. А чего он промахнулся-то, я не понял. Почему промахнулся мой супер шреддер? Непонятно, почему там произошло такое. Он вообще промахнулся, ребят. Тун-тун-тун-тун. Давай сделаем так. Я не буду, ребят, здесь массовую атаку тратить пока. Не вижу смысла. Я думаю, тут сами справимся. Так. Конечно же, Лео валим. И Майки. А Майки, как всегда, бафается, да? Ну, понятно, ребят, бафает сам себя. Дурачок. На, спи давай. Так, чернильные черепашки. Ну, давай сделаем массовую, так уж и быть. Куда ее еще тратить, если не здесь? Бамс. Готов. Прекрасно. Так, переходим на предпоследнюю волну. Но на самом деле надо было вот с этого начинать. Давай смертельную волну выпустим.
Так. Так а что я парюсь, я вот так сейчас сделаю, да и все. Ракетами. Блин, ты посмотри, а. Еще выжил. Ну, а здесь ни одной массовой атаки нету. Ладно, Лео в любом случае уже отдыхает. Плюс луч. И добивка маузерами. Как-то вот так вот, ребят. Ну что ж, события такие полетели. Ну что ж, события мы с тобой прошли. Награды, как ты видишь, мы забрали. Сюда еще вот можно, в принципе, немножечко, ребят. Раз, два, три, четыре, пять. Немножко здесь еще можно пошукать. Чуть-чуть буквально. Бэмс, готов. Да я не буду здесь массовую атаку тратить, пока. Они 70 уровня, что-то они разбираются, как будто они тут... Уровня 50-го, ну никак не 70-го. Что-то больно легко. Ага. Ага. Здесь выстояли. Так, минус караечка. Зажигай Дуни. Красавчик. И последняя волна. Вот они стоят. Так, начнем с массовой атаки от Лео. Тигр лежит. Носорог лежит. Легко, да? Вообще на изи. На одном дыхании. Как говорится, промазали их по полу рожей. Так, у нас есть еще, ребята? Есть еще. Поэтому... А, подожди, какой есть еще? Мне же надо не это делать. Что я делаю-то, господи? У меня же совсем другая тут задача. У меня задача фармить. Но, к сожалению, никак не получается, потому что кончился сыр, друзья. Кончился сыр. Так, теперь пойдем дальше искать. Берем с тобой нашего Рафаэля, который получает левел ап 98, 2 уровня, ребят, всего лишь. Так, и нам нужно найти две кружки. Раз. Два. Две кружечки. Прокачиваем, ребят. Пятая ступень, но нам нужно до шестой. Поэтому пошли искать геймпады. Сколько там? 6 штук нужно, да? 6 штук геймпадов. Мы только один нашли. Вот он, второй. Блин. А, телепорты кончились. Телепорты кончились. Так, с... Да, еще 4. Так, это уже 3, 4. Еще 2, 2 получается, да? Последний. А последний джойстик нам нужен, и все, ребят. Нашли. Так, очки. 8 штук. Все, пицца кончилась, ребят. К сожалению, кончилась пицца. Никаких 8 штук очков мы с тобой не найдем. Такс. Ну что, друзья мои, в принципе и все. На сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.